на себя взял смелость привесть приятеля. Рекомендую вам, Онегин мой сосед. Я очень счастлив. Помилуйте, мы рады вам. Присядьте под дочери мои. Я очень-очень рад. Войдемте в комнаты. Или, может быть, хотите на вольном воздухе остаться? Прошу вас, без церемоний, будьте мы соседи, так нам чиниться нечего. Прелестно здесь, люблю я этот сад укромный и тенистый. В нем так уютно. Прекрасно. Пойду похлопотать я в доме по хозяйству, а вы гостей займите. Я сейчас. Скажи, которая Татьяна, Злата, которая Татьяна, Татьяна, как светла, что ты влюблён, а что я выбрал другую, милый друг, Лалайка, снижи. Красна лицом она, как эта лайка, и лёд и пламень постигла. Не столь различны меж собой, как мы взаимно.